Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я решила устроить такую болталочку. Хочу рассказать вам, как я провела день. Это, ну, необычное такое видео, оно будет тем, что, знаете, обычно снимаю видео, да, когда я стараюсь, во всяком случае, там, накрашусь, все так замечательно, ярко, я вся бодра и весела. Но чтобы узнать обо мне больше, вы должны видеть меня, наверное, попробовать хотя бы редкие моменты, когда вы будете видеть меня, ну, вот такой, как я сейчас. А какая я сейчас, я вам сейчас расскажу. Я очень-очень уставшая. Уставшая именно по своей причине, не потому, что у меня там малой как-то мне мешает отдыхать. Нет, я сама себе на самом деле головняк. Я уже не высыпаюсь 2 дня. По причине того, что я провожу много времени в интернете, пытаюсь снимать, пытаюсь что-то делать. Блин, когда палкой снимаю, она вот как-то шатается, мне это не нравится. Надо ее зафиксировать. Мне даже лень сейчас брать и штатив, и все. Благо свет включила, чтобы вам видно меня было. В общем, сижу допоздна, второй день не высыпаюсь, встаю, на удивление, рано, а ложусь позднее обычного. То есть, понимаете, да, раньше я, например, ложилась в 3 часа и вставала в 12 в час вместе с Денькой. А сейчас я до 5 утра могу просидеть, малой спит, вы не думайте, как бы я его не мучаю до этого времени. Он засыпает, у меня сам молодец. А сама я тихонько в интернете делаю свои дела, причем не успеваю делать, я не успеваю посмотреть свой любимый сериал. В общем, ничего не успеваю. День заканчивается, надо ложиться спать. И в 5 часов я с горем пополам уже ложусь спать. И почему-то я просыпаюсь не в 12 в час, а в 10, пол 11, понимаете? И так уже 2 дня. 2 дня! У меня просто, я сейчас с вами разговариваю, у меня закрываются глаза. Причем, если у меня даже такое состояние, это не значит, что я буду лежать дома. Вот лежать дома такая все и спать. Нет, ведь день начался. Мне нужно скорее успеть новые дела поделать. Я их себе придумываю. Мы сейчас начали ходить в бассейн. А, это первое дело, да, мы ходим туда через день. Сейчас я вам вставлю видео, какой молодец, коротенькая. Плыви, 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 плыви. Плывем, 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 плывем. Молодец, сына. Вот ты это делала, как ты говоришь. Вот, так мы теперь вот умеем. Знаете, после того, как я сводила его, кстати, в бассейн, я начала более к нему, ну, сильнее, да, там, могу делать какие-то упражнения, которые боялась раньше делать, в воде мы теперь больше плескаемся, там, я не боюсь, что вода в уши попадет или еще что-то, потому что такие вещи он там делал, да, малыш мой, такой молодец вообще, ну, я просто, мне кажется, это нереальная вещь, нереальная. Будь здоров, котик мой. Вот, и прекрасно сейчас, что я там, когда мы в бассейн, вот я хожу, да, где-то вот сегодня 5:30 были, хожу, допустим, мы его там, он покупался, вся кожа у него размякла, я его там же сполоснула, чтобы уже дома не купать, там же сполоснула, обмазала всего кремом, увлажнила, и все, он как бы крепко спит, но сейчас что-то не крепко спит, крепко спал в машине, я пришла, он уже голодный, я его покормила, и вот что-то у него энергии сейчас много. Но он, слава богу, не требует у меня сейчас внимания, потому что я пришла, просто, вы себе не представляете, это автопилот, чистый автопилот. И знаете, оно всегда, это не то, что даже сейчас я не выспалась, это понятно, автопилот у меня, да? А вообще это все время автопилот, потому что ты вообще не думаешь о себе, а думаешь о том, что ребенок, так, он, значит, пока он лежит в машине. То есть я приехала, да, вот я вам хочу рассказать, как это у меня происходит. Я приехала, он в машине, пока спит, я не выключаю машину, закрываю там все, вытаскиваю все сумки с машины, кладу их, да. Потом я переобуваю обувь, потому что, когда я малого уже затаскиваю домой, мне надо сразу, не разуваясь там с ним, чтобы он на руках у меня не был, да, я уже не наклонюсь, ничего, то есть я шлепки одеваю.
выхожу на улицу, беру его, да, там все, мы заходим. Я его раздеваю, сама еще одетая. Я его раздеваю для того, чтобы мальчик мой не запарился. Все, он у меня уже просыпается, уже меня зовет. То есть я уже начинаю бежать скорее, быстрее снимать с себя все. Он, естественно, хочет кушать сразу. Его нужно переодеть сразу, потому что когда где-то мы были, значит, надо много что сделать, да? Значит, я первым делом его переодеваю, быстренько делаю ему кушать. Кстати, придумала, не придумала, а взяла у своей подруги интересный лайфхак. То есть для детей. Я не знаю, как его показать вам, но я расскажу. То есть бутылочку я не держу, когда я его кормлю смесью. Я не держу ему бутылочку, то есть очень редко. Я подкладываю, то есть кладу его на бочок, подкладываю ему вот так вот одеяльце, и бутылочка получается вот напротив его лица, вот так вот. Ну, в общем, он ест сам у меня. И пока он ест, у меня есть время там помыть посуду какую-то, да, там быстренько что-то смотришь, там набрать воды, чтобы была кипяченая холодная, чтобы была кипяченая горячая, чтобы была помыта вся посуда, чтобы там все было убрано в холодильник. Мне надо поесть. Поесть — это вообще мне в последнюю очередь. В туалет сходить — это вообще в последнюю очередь. И казалось бы, ты уже все сделал, накормил ребенка, все поменял. Уже поела я, да, еще даже не разделась, да, поела, там все поубирала, все сделала, и казалось бы, все, можно взять телефон, например, зайти в Инстаграм, выложить вам фотку, которую я для вас приготовила еще с целого дня. Кстати, кто не подписан на Инстаграм, заходите, подписывайтесь в Инстаграм, у меня Селена Свей, также, там просто быстрее сможете узнать информацию какую-то обо мне, потому что я раз сфотографировалась, и уже буквально вечером я стараюсь выкладывать все это, а может быть и сразу, если есть время, выкладывать, просто я за рулем не выкладываю, это опасно, мне любимый не разрешает за рулем вообще ничего снимать и выкладывать, разговаривать по телефону. Вот, и казалось бы, что ты все уже вроде бы сделал, подходишь к малышу, подходишь, берешь телефон, да, и нет, опять что-то, то там что-нибудь пролилось, то он сходил в туалет, то еще что-то нужно сделать, и нифига ты еще не свободен. И вот сейчас вроде бы, что-то у меня кашляет, что такое? Вроде бы, все. Я не накрашенная, вы видите? Кто-то под видео мне написал: неужели трудно накраситься? Влог я какой-то снимала там. Я отвечу: трудно. Это реально трудно. Я в комментариях ответила, и так в видео скажу: да, трудно. Вообще, я считаю, что... Я хотела даже сказать: извините за то, что я там не накрашенная, но я знаю, что мои подписчики, кто меня любит, кто меня смотрит, да, кому я поднимаю настроение, им пофигам, накрашенная я или нет. Тем более, многие говорят, что мне неплохо накрашенный. Какая-то натуральность там и так далее, да. А кому я не нравлюсь накрашенной, зачем вы смотрите меня? Ну, включили вот вы видео, смотрите, не накрашенная девочка, не нравится. Взяли кнопочку, стоп нажали, перешли на накрашенную девушку. Вот. Но я сейчас не стала краситься, даже потому что... Я стараюсь, конечно, выглядеть хорошо в видео, да, чтобы поднимать вам настроение, чтобы с хорошим настроением всегда быть. У меня сейчас неплохое настроение, просто сил нет улыбаться. Я бы сейчас улыбалась бы и тоже так тра-ля-ля-ля для вас все делала, но... Силы! Где мои силы? Просто я подумала, что это будет как-то нечестно, если я сейчас такая... Ну, хочу рассказать о том, как я провела день, как тяжело, там, мы пошли в бассейн, потом мы были там в Леруа, покупали, были в Ашане, встали мы рано, делали дела. То есть целый день вот такой замотанный, с учетом того, что не выспались, да? И тут такая, я вечером прихожу вам обо всем этом рассказывать, как тяжело, и перед этим я такая накрасилась. Типа я такая красивая, типа я такая вот всегда. Не всегда. Чаще всего я на улицу выхожу вообще не накрашенная, вот такая. В принципе, я себя неплохо чувствую не накрашенной. Просто некоторые бывают, ну, смущаются, они думают, что они страшные. Ну, у меня такого нету. Причем, опять же, это все, ну, с опытом, да, приходило, и время показывает так. Я бывало выхожу на улицу реально не накрашенная. Ничего, еще до мужа своего, ничего, и глазки строят, и знакомятся. И никто никогда не говорил мне о том, что я какая-то не накрашенная, не такая. То есть у меня комплексов вот с этим моментом вообще нету. И, ну, женихи меньше от этого не становились, когда не накрашены. Поэтому мне нормально все. Могу не накраситься. Короче, я уже болтаю. Любимое слово «короче». Я уже болтаю почти 10 минут. Наверное, пора завязывать.
Сейчас я смонтирую это видео и выложу для вас. Кстати, в понедельник у меня не было видео, да, потому что я просто физически не успела и подготовить. И вполне возможно, что будут такие дни, когда не будет выложено видео. Вы не переживайте, все хорошо. Это просто я не успела, оно в монтаже. И скоро будет фикс прайс и другие видео. Что еще? Ага, скоро будет DIY. Потом скоро я позову либо маму в видео, либо свою подружку, и мы снимем эти бабы Гарри Поттера. Думаю, вам будет это интересно. Вкусняшки интересные, короче. Ой, вообще столько всего наготовила для вас. Еще ж звонки. И видео надо снять, позвонить кому-нибудь. Но это точно не с таким настроением. А то я скажу такая: алло, это Селена Свей. Люди привыкли. А, привет, мои хорошие, да-да-да. А тут и... Чё, как там у вас дела? Не поверите. Ладно, все, буду раздеваться, ложиться. Это видео, я думаю, сильно монтировать не буду. Обрежу там пару слов короче и выложу для вас. Все, мои дорогие, я с вами прощаюсь. Пожелайте мне, чтобы я крепко-крепко выспалась. Я сегодня 100% обещаю вам, лягу раньше и высплюсь. И начну снимать веселые видео снова. Все, мои хорошие. Я вас целую, обнимаю. Хорошей вам ночи и прекрасного утра на завтра. Пока. Кстати, Инстаграм, если что, мой внизу по ссылке можно пройти.